В последнее время мы не употребляем спиртных напитков, но в былые времена хлебный дар шел на ура. Вот если бы просто вот картошечка, тюлечка, салатик, ух, я бы хряснул. Это будет следующий дубль. Я его жду не дождусь. Зерновая коллекция на пророщенном зерне. А дело было так. Во-первых, мы в Киеве. Во-вторых, красивая локация скульптора. Белая. Белый мир про белый хлеб. Ты доволен своей работой. У тебя получается новый шедевр. И ты решил под это дело, сейчас бы рюмочку жахнуть, понимаешь? Да под икорочку, да под белый хлеб, да с маслом, да хрустящая корочка. Творишь легко, знаешь, как великий художник. Один мазок, второй, отходя берешь тряпку, нравится, вытер руки. Белый хлеб. Ты режешь вот так, или вот так, параллельно не режь и... Давай сюда кусочек хлеба, как он будет намазывать. Хорошо намажь, ну таким слойчиком. Тихо-тихо, не трогай ничего, все нормально. Так не намазывают, так накладывают. Давай еще дублик. Одним движением размашисто, рыбчик. Надо быстрее, в два раза мазать. Пшенично. Молодец, ну это было хорошо. Все было? Під пшеничну білий хліб густо змащений маслом та добряча ложка червоної ікри. Зернова колекція. Пшенична. Що у вас п'ють? Водку? А з чим закусують? Зараз скажу. І за гірочком. Класика! Чесночок нужен покрупнее и так надколоть, чтобы парочка валялась. Сало, это сейчас прочно. Дістаєш сальце з морозильника. Не просто сальце, а важно з морозильника. Дістаєш сальце з холодильника. З морозильника. Все раз нормально. Давайте. Дістаєш сальце з морозильника. Воно вже тверде, это одно слово, але м'яке. Одно направо скажи, а другое налево. Воно вже тверде. Але м'яке. От так могу, от так і вот я весь. Але м'яке. Супер, one more please. Давайте ще. Давай. Дістаєш сальце з морозильника. І тоненьке, візьми быстро. Шах. Тонесенькими скибочками. Та ні, придихання. Ріжеш тонесенькими скибочками. Тонесенькими скибочками. Режешь тонесенькими скибочками. Чуть-чуть толще можно. Убрали сало, почистили нож. Стоп! Там же сала нет. Новый кусок сала. Смело режь три раза. Раз, два, три. Режешь тонесенькими скибочками. Хорошо. И за огірочком. Режешь тонесенькими скибочками. І за гірочком. Класика. Зернова колекція. Добре. Дістаєш сальце з морозильника. Воно вже тверде, але м'яке. Ріжеш тонесенькими скибочками. І за гірочком. Класика. Зернова колекція. Класична. Знімаємо тюльку в городській среді. Чтобы по карте не угощало, можно чуть поменьше.
Бутербродики сюда. Вот эту попробуй мне сделать без голов. This ready for eat. Он поднимет хлебушек, наверное, вот этой стороной. All this. Выкладываем вот две малосольные черноморские тюлечки. Выкладаем две малосольные. Придыхание, смак, чтобы потек. Все. Выкладываем две малосольные черноморские тюлечки. Финиш. Было. Бэкшот. Зернова колекція. Житня. Было, все, спасибо. До житньої. На скибочку бородинського хлібу викладаємо дві малосольні чорноморські тюлечки. Зернова колекція. Житня. І історія остання. Я думаю, все буде добре, знімемо удачно. Здесь ничего нет, здесь только зелень, три капустины. Вы ими белые, что вы его спрятали? То есть белое мы накладываем? Да, да. Дальше проходи. Свен, дальше проходи, Андрюшенька, да. Побрызгай лучок. Ты реально самый лучший продавец. И у тебя самый лучший, самый нарядный лоток на этом рынке. Улыбка, светящаяся изнутри, и глазки светятся, горят. Понял, рыбчик? Да, да. Сейчас тебя разложу красивых по кадру молодых зелених цибулин. Не надо, правой ручки. Просто молоду зелену цибулину обмакуєш у сіль. Просто обмакуєш молоду зелену цибулину у сіль. У сіль. Ти береш її так, і так от, опа. Легче візьми, це ж твоє. Просто обмакуєш молоду зелену цибулину у сіль. Скажи мені це на вдохі, понял? А? Давай. Просто обмакуєш. И больше ничего. То есть внутри у тебя должно быть фонтан и вот этот вот брызгалка, и искорки, и капельки больше, чем здесь. Зерновая коллекция на пророщенном зерне. Хорошо. И больше ничего. Берешь на пророщенном зерне, просто обмакуєш молоду зелену цибулину у сіль і більше нічого. Зернова колекція на пророщеному зерні. Мотор. Камери. Екшн. Було, зняли.